Что предполагает надежда? Необходимо учитывать, что когда человек надеется, это предполагает следующее. Во-первых, он любит то, что надеется обрести. Во-вторых, он боится упустить то, что надеется обрести. В-третьих, он старается обрести это в соответствии со своими возможностями. Что же касается надежды, не сопровождаемой ничем из перечисленного, то она относится к категории бесплотных мечтаний. Надежда — это одно, а пустые мечтания — совсем другое. Всякий надеющийся боится, а идущий по дороге, если он боится, ускоряет шаг, боясь упустить то, к чему он стремится. В сборнике от Тирмизи приводится хадис Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, который передал, что посланник Аллаха да благословит его, Аллах и приветствует, сказал. Кто боится, тот отправляется в путь в начале ночи, а кто отправляется в путь в начале ночи, достигнет места назначения. Поистине товар Аллаха дорог, поистине товар Аллаха рай. Привел от Тирмизи. В этом Хадисе, стремящийся к миру вечному, сравнивается с путником. Шайтан преграждает ему путь, а душа, ложные надежды и пустые мечтания человека, помощники Шайтана. И если он будет бдителен и осторожен в своем движении, и будет трудиться с искренним намерением, то избавится от козней Шайтана и от возможных атак со стороны его приспешников. Подтверждая, что путь этот нелегок, и достижение этой цели сопряжено с определенными трудностями, и недостаточно двигаться к ней как-нибудь, пророк, мир ему и благословение Аллаха, напомнил о том, что рай будет воздаянием за упомянутые деяния, совершаемые искренне ради мира вечного. Тухфа Туляхвази. Всевышний Аллах предназначил надежду для тех, кто совершает благие деяния, и Он же предназначил страх для тех, кто совершает благие деяния. Отсюда можно понять, что полезные надежда и страх – те, которые сопряжены с деяниями. Всевышний Аллах сказал, «Поистине те, которые трепещут от страха перед своим Господом, которые веруют в знамение своего Господа, которые не предают своему Господу сотоварищей, которые раздают милостыню тогда, как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу, все они спешат вершить благие дела и опережают в этом других. Сура верующие, аяты 57-61. Вот как толкуются эти аяты в одном из тавсиров. Поистине те, которые объяты страхом из-за того, чем устрашает их Всевышний Аллах, которые верят в аяты Корана, неспосланные Аллахом, и поступают согласно им, которые поклоняются только Аллаху и не поклоняются никому помимо Него, которые усердствуют в совершении благих дел, и сердца которых боятся, что их дела не будут приняты, и что они не спасут их от Господней кары, когда они вернутся к Нему для расчета. Это те, которые усердствуют в покорности Аллаху и спешат совершать всякое благое дело и стараются опередить друг друга в благих делах. Тавсир Муясар. Айша передает. Я спросила посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, об этом аяте, сказав, это те, которые пьют вино, прелюбодействуют и воруют. Он же сказал, нет, о дочь Ас-Сыдыка» это те, которые постятся, молятся и подают милостыню, и при этом боятся, что от них не будет принято. Это те, которые спешат вершить благие дела. Передали от Тирмизи и Баммаджа. Похожий хадис передается также от Абу Хурейры. Всевышний Аллах сказал о счастливых, что им присуще благодеяние со страхом, а о несчастных он сказал, что им присуще злодеяние, сопровождаемое ощущением безопасности. И кто станет размышлять о положении сподвижников, тот непременно обнаружит, что они очень много трудились, и при этом страх их был предельно велик. А мы объединили упущение, даже халатность, с ощущением безопасности. Всевышний Аллах сказал, которые поддерживают то, что Аллах велел поддерживать, то есть поддерживают родственные связи и поддерживают бедных и нуждающихся, оказывая им помощь, страшаться своего Господа и бояться ужасного расчета. Сура Гром, аят 21. Всевышний Аллах сказал, «Неужели вы столь беспечно относитесь к наказанию, которому может подвергнуть вас Всевышний, что не опасаетесь того, что он может заставить часть суши поглотить вас или наслать на вас ураган с камнями. Ведь тогда вы не найдете для себя попечителя и хранителя. Сура «Ночное путешествие», аят 68. Сообщается, что Абу-Бакар, да будет доволен им Аллах, брался за свой язык и говорил, «Это принесло мне тяготы и невзгоды, и он много плакал и говорил, «Плачьте, а если не плачется, то побуждайте себя плакать». И когда он стоял, собираясь совершить молитву, то напоминал собой шест от страха перед Всевышним Аллахом. Как-то ему принесли птицу, и он перевернул ее и сказал, «Всякая дичь добыта, и всякое дерево срублено за счет упущенного восхваления Аллаха». А лежа на смертном одре, Абубакр сказал Айше, «Доченька, я взял из имущества мусульман эту накидку, этот подойник и этого раба. Так побыстрее отправь все это Омару ибн Аль-Хаттабу». Он также говорил, «Поистине я желал бы быть деревом, которое объедают и обгладывают». Катада сказал, «Мне рассказывали, что Абубакр сказал, «Ах, если бы я был зеленью, которую объедает скотина!» А Омар читал суру «Гора», пока не дошел до слов «Наказание от твоего Господа непременно придет». Сура «Гора», аят седьмой. Тогда он заплакал и плакал так, что заболел, и люди даже навещали его. И он сказал своему сыну, умирая, «Горе тебе! Положи меня щекой на землю! Быть может, он помилует меня». А затем он сказал, «Горе матери моей, если он не простит мне». Он повторил эти слова трижды и умер. И на его лице было две полосы от слез. Ибн Аббас как-то сказал Омару, «Через тебя Аллах построил города и открыл для Ислама новые земли и сделал много другого». Он же сказал, «Я надеюсь, в лучшем случае, спастись так, чтобы не осталось ни награды, ни грехов. А Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах, останавливаясь у могилы, плакал так, что от слез становилась мокрой его борода, передал Эд Термизи. И он говорил, «Если бы я находился между раем и адом, не зная, куда попаду, я предпочел бы стать прахом до того, как узнаю о том, куда буду отправлен». Али и Банабуталип, да будет доволен им Аллах. Был известен своим плачем и страхом перед Всевышним, и Он очень боялся двух вещей это далеко простирающиеся надежды и следование страстям. Он говорил: далеко простирающиеся надежды заставляют забыть о мире вечном, а следование страстям отвращает от истины. Поистине, мир этот поворачивается и уходит а мир вечный приближается, и у каждого из них есть сыны. Так будьте же сынами мира вечного, и не будьте сынами мира этого, ибо поистине сегодня деяние и нет расчета, а завтра будет расчет, но не будет деяний. А Абу Аддарда, да будет доволен им Аллах, говорил, «Больше всего я боюсь того, что в судный день мне будет сказано о Абу Аддарда». Ты знал, а что делал ты, имея это знание? Он также говорил, «Если бы вы знали о том, что ждет вас после смерти, то вы никогда не ели бы с аппетитом, не пили бы с охотой, не входили бы в дом, который служит укрытием от солнца. А вместо этого вышли бы на возвышенность и стали бы ударять себя в грудь и оплакивать себя. И он говорил, я желал бы быть деревом, с которого сбивают листья, которые затем поедают животные. А у Абдуллаха ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом. От слез под глазами было подобие старого ремешка. Абузар, да будет доволен им Аллах, говорил, «Я желал бы быть деревом, объедаемым, и я желал бы вообще не быть созданным». Однажды ему предложили содержание, и он ответил, «У нас есть коза, которую мы доим, ослы, на которых мы ездим, вольно отпущенник, который прислуживает нам, и лишняя накидка. И поистине я боюсь расчета за это». А Тамим дари однажды ночью читал суру «Колено преклоненное» и дошел до аята «Неужели те, которые приобретали зло, поступая вопреки велениям Аллаха, полагали, что мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния. Сура колено преклоненная, аят 21. И он стал повторять этот аят раз за разом и плакал до утра. Абу Убайда Амир ибн Аль-Джаррах, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я желал бы быть бараном, которого его хозяева зарежут, и мясо съедят, а бульон выпьют». Подобных примеров можно привести очень много. Аль-Бухари назвал одну из глав своего сборника хадисов глава о страхе верующего перед тем, что деяния его станут тщетными, при том, что сам он этого не почувствует. Ибрахим от тейми сказал, «Когда бы я ни сравнил слова мои с деяниями моими, я всякий раз опасался, что они не совпадут». ибо Абу-Муляйка сказал, я застал тридцать сподвижников пророка, мир ему и благословение Аллаха, каждый из которых боялся для себя лицемерия, и никто из них не утверждал, что его вера подобна вере ангелов Джибриля и Микаиля. От Аль-Хасана передают такие слова. «Боится Аллаха только верующий, а не боится его только лицемер». Омар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал Хузейфе ибн Аль-Яману, да будет доволен им Аллах. «Заклинаю тебя Аллахом. Называл ли меня тебе посланник Аллаха? Мир ему и благословение Аллаха. То есть, называл ли он мое имя, перечисляя тебе лицемеров?» Тот ответил «Нет, но не стану я обелять никого после тебя». И я слышал, как наш шейх Ибн Таймия, да помилует его Аллах, говорил, Хузейфа не имел в виду, мол, я не стану утверждать о ком-то кроме тебя, что они не являются лицемерами. Он хотел сказать, мол, я не стану открывать для себя эту дверь и обелять каждого, кто спросит, назвал ли его посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в числе лицемеров. Близки к этим, близки к этим словам по смыслу и слова пророка, мир ему и благословение Аллаха, которые он сказал человеку, попросившему его обратиться к Аллаху с мольбой, сделать его одним из тех 70 тысяч, которые войдут в рай без расчета. Укаша опередил себя с этим. Перед аль – муслим. Он не имел в виду, что Укаша имел больше прав на эту мольбу, чем остальные сподвижники. Просто если бы он обратился с мольбой за этого человека – то поднялся бы другой, третий и так далее до бесконечности. И возможно, что поднялся бы тот из них, кто не заслуживал этого. Поэтому правильней было воздержаться от обращения за него с мольбой. А Аллах знает обо всем лучше.